Внимание, внимание! Товарищи, подъем! Всем жителям Сестринского союза собраться в гостиной! В чем дело, мам? Не мам, а товарищ генеральный секретарь. Соблюдай субординацию, Татьяна. Извините. Что за шум с самого утра? Я чуть в кровать не наделала от вашего «внимание, внимание». Спокойно, товарищи. Не разводите панику. Я собрала вас, чтобы сообщить о небольших изменениях. Завоевание революции под угрозой. Ой. Как это? Под какой угрозой? Под серьезной. Поэтому, как генеральный секретарь, я вынуждена начать в нашем великом Сестринском союзе мероприятие по нормализации общественного и политического строя. А? Я ни слова не поняла. Никто не понял. Мы будем вынуждены сократить нормы пищи для каждого. С сегодняшнего дня под запретом прослушивание западной музыки и просмотр фильмов. Алло, гараж! Этот контент оказывает пагубное, или я бы даже сказала, растлевающее влияние на нашу молодежь. Это террор! Я вам говорила! Далее. Устанавливаются нормы внешнего вида. Товарищи, это надо прекращать! Она хочет установить диктатуру в нашей свободной стране! И последнее. С сегодняшнего дня в Сестринском союзе начинает свою работу КГБ. Какое еще КГБ? Это что такое? Это карающая грозная бабушка. Сокращенно КГБ. Спасибо, товарищ бабушка, что согласилась так быстро приехать. Да я всю жизнь это ждала. А теперь, товарищи, все завтракать. А вы лайки ставить. Лучше не рискуйте. Ставьте побольше, а то мало ли что будет. А куда делась нормальная еда? Дефицит в стране. Понимать надо. Никто мои джинсы не видел. В Сестринском союзе не носят джинсы. А что носят? Приличную одежду или форму. Бери пример сестер. А что, мне нравится. А вот еда нет. Ничего, потерпеть надо. Светлое будущее ждет. А что это вы, товарищ главный секретарь, икру изволите кушать, а мы, трудящиеся, воду с хлебом должны хавать. Каждому по способностям, каждому по потребностям. Кстати, трудящиеся вы мои, время трудиться. Завтрак окончен. Лолита. Я. Кухня, два наряда. Есть. Маша. Уборка по дому. Три наряда. Есть. Товарищи, вы шо? Не подчиняйтесь этой узурпаторше. Долой зажравшуюся партийную элиту. С меня хватит. Увести ее. Будет исполнено, товарищ генеральный секретарь. Нет, стойте. Вы не имеете права. Я буду жаловаться. Товарищи! Чего расселись? За работу. Родина вас не забудет. Курить будешь? Да бери, не стесняйся. Не, я обычно и не курю. Как знаешь, сама все расскажешь? Ничего я вам не скажу. Вела агитацию против сестринского строя? Нет. И еще как вела. От нас ничего не утаить. У нас везде глаза. Немедленно выпустите меня. А мы выпустим. Прямо сейчас выпустим. Хочешь? Хочу. А ты вот это подпиши и сразу выпустим.
Я такая-то, такая-то сознаюсь, что вела антисестринскую деятельность и пропаганду по заданию моих западных кураторов. Что это за хрень? Твой билет на свободу. Ты не переживай. За чистосердечное срок скоротят. Ты же не хочешь всю жизнь в лагере провести, да? В каком еще лагере? Ну не пионерском же, блядь! Ничего я подписывать не буду. Значит, расстрел. Да вы в своем уме? Шучу. 20 суток исправительных работ. Думаю, будет достаточно. Для начала. Свободно. Товарищ Лолитка, ты как? Что с тобой? Уходи, если они узнают, что я разговаривала с диссидентом, они меня уволят. Или вообще в лагерь отправят. А и меня, и всю мою семью, а у меня же детки. Уходи. У тебя есть дети? Что ты несешь? Уходи, я тебя не знаю. Ясно. Товарищ Малая, а что у вас тут происходит? Пока тебя не было, наш великий лидер и вождь, солнце нашей нации, слегка тут все поменяло. Она начала репрессии? Это слово теперь под запретом. Как и все социальные сети, и телефоны, и еще много чего. Капец. А где отец? К нему в гараж пришло КГБ с обыском. Изъяли самогонный аппарат, а отца увезли. Никто не знает куда. Как вы это терпите? А что нам остается? Мы люди простые. Нас кормят, одевают. Мы радуемся и помалкиваем в тряпочку. Революция боролась не за это. Все, уходи, она идет. О, Танюша, рада видеть. Идем поговорим. Значит так, Таня, хватит сеять смуту в нашей процветающей стране. Ты превратила нашу мечту в ад. Короче, предлагаю место в руководящем составе. У тебя будет все. Еда, даже Макдональдс. Джинсы, жвачки, все, что пожелаешь. Но за это все ты откажешься от своих опасных идей. Ни за что! Принесла? Сначала покажи деньги. Какие в жопу деньги? Мы договаривались, что ты мне конфету, я тебе помаду. Ах, точно. Вот, держи. А-а-а! Попались! Спекуляция! Нет, это не то, что вы подумали. Только не КГБ. Ну что, я хотела как лучше, товарищ Таня. Попробуем по-другому. Меня не запугать. Введите ее. Шагай давай, спекулянтка. Отпустите ее. Она ни при чем. Значит, вы знакомы. Это хорошо. Мы так-то сестры. А, точно. Отрежьте ей палец. Что? Нет, не надо, прошу. Жалкое зрелище. А еще революционеркой была. Отпустите ее, я согласна. Так-то лучше. Увести. Значит, восстание начнем на рассвете. Маша, КГБ нейтрализовано? Да. Я положила ей в чай 2 порцию снотворного. До обеда будет точно нейтрализовано. Так держать. Про отца есть вести? По слухам, его держат в туалете. Хотя,
По другим слухам, он сам не против там сидеть. Завтра мы все должны сделать по закону. Диктатуре придет конец. Что-то я очкую. Не очкуй, товарищ. Дальше расстрела не пошлют. Опа. А чего это вы тут делаете? Все кончено, товарищ генеральный секретарь. Ты превратила сестринский союз в грязный совок. Нет тоталитаризму. Даешь гласность и свободу. А ты чего молчишь? Я не придумала пафосную фразу. Мы провели собрание нашей партии и единогласным решением отстраняем тебя от управления квартирой. Посмотрим, что на это скажет КГБ. До обеда точно ничего не скажет. Мы ее усыпили. Хитро. А еще мы освободили всех политических заключенных. И где они? Папа на работу пошел. Сказал, что мы совсем с ума сошли тут. Короче, все. Теперь у нас тут демократия и все дела. Коммунизм нам больше не нравится. Дошло наконец-то. Вот и слава. Я на работу. А вы наказаны. А за что? За испорченный диван. В смысле? Мочевой пузырь у КГБ. Ну, то есть у бабули. До обеда точно не выдержит. Диван мыть вам. Это была Танькина идея. Пусть она и моет. Да-да, поддерживаю. Вот и все. Вот и распался наш дружный сестринский союз.